обслуживанию, да, данное время продается с 23 по до 8 часов. Мы предлагаем с 21 часа на 11 часов. То есть единообразие привести, как и магазины работают. А? Как работают магазины у нас? Когда можно? Что? До 21. До 21. Сейчас. Да, магазина. А это касается заведений, которые... Так, да. Быстрока. Да, быстрока. Поэтому мы ограничим их деятельность и приводим как в магазинах. Если человек хочет, значит, выпить, он может пойти в ресторан, где есть видеонаблюдение, есть охрана и все необходимые вещи. Вот. Поэтому мы сегодня должны это предложение рассмотреть.